Всем привет! Я думаю, каждый из нас не раз замечал, насколько поистине удивительной силой обладают часы и минутки, которые мы проводим утром наедине с миром и с собой. И сегодня ранним утром, если не сказать, что это была ночь, ко мне пришли такие слова. Будьте дерзкими. Не в плане соперничества или желания победить любой ценой. Будьте дерзкими, реализовывать те желания, которые Бог положил вам на сердце. Потому что если мы заглушаем их, мы заглушаем будущие плоды нашей счастливой жизни. Да, я хочу, чтобы на моих вдохновляющих встречах, которые я каждый месяц в Киеве провожу, был аншлаг. Были проданы все билеты. Но я хочу этого не потому, что эго, или не потому, что я хочу заработать много денег. Хотя, конечно, для каждого организатора важно проводить прибыльные мероприятия. Уже сейчас, за несколько дней до встречи и 2-3 недели до, я думаю только об одном. Как успеть поделиться всем тем, что я хочу рассказать. Как окутать заботой и вниманием каждого гостя. Как уделить внимание каждому. Послушать те откровения, которыми будете вы со мной делиться, и создать неповторимую атмосферу принятия и любви, к которой невозможно остаться равнодушной. Вы знаете, какое-то время назад я поняла, что разговоры о карьере, просто говорить о карьере, о карьерном счастье, счастье в профессии, недостаточно. Потому что до всего этого есть один фундаментальный вопрос. Кто я и во что я верю? Какая у меня самооценка? Уверена ли я в себе? Чувствую ли я ту самую пресловутую опору под ногами? И смотрю ли я на мир и вижу купол неба? Или смотрю на мир через маленькое окошко, из которого виден только маленький кусочек этого неба, этого мира, да? Поэтому 17 июля я буду проводить встречу «День плыкания красы», где мы будем разбираться с нашей внутренней красотой, почему она не светится, почему она иногда не проявляется, и какая ложь этому мешает. И вы убедитесь, что для каждой из нас ответ, в чем истина, будет свой, личный, индивидуальный. Мы будем эту ложь, как сказать, переплавливать на истину, да, и узнавать, что же значит светиться счастьем, гармонией и уверенностью для меня. Поэтому очень вас зову, приходите, разделить эту радость со мной. Ссылочка на мероприятие и на билеты под этим видео. Люблю вас! Я не так. Люблю вас! Пока!